О создании блокчейн-платформы для отслеживания поставок алмазов и золота объявила корпорация IBM. Уже в этом году при помощи смартфона пользователи смогут точно определить происхождение драгоценных камней и изделий из них, которые продаются в магазинах. История будет записываться в блокчейне, и покупатели или правоохранительные органы смогут убедиться, что, к примеру, колье никак не связано с коррупцией, финансированием терроризма, применением рабского труда или другими нарушениями прав человека.